Здравствуйте. Говорят, что все процессы, что у нас происходит, вот всякие чувства наши, любовь, дружба, все это биохимические процессы. В зависимости от того, где мы живем, нам может не хватать или быть избыток какого-нибудь микроэлемента. У нас одни чувства обостряются, другие притупляются. Всем вот этим заведует наука под названием биогеохимия. И вот сегодня мы как раз собрались поговорить на вот эту тему, скажем так, назовем окружающий нас мир или мир, в котором мы живем, глазами биогеохимиков. Вот так вот. Есть институт такой геохимии в Москве, в Российской академии наук. И вот на мое приглашение поговорить на эту тему откликнулась группа товарищей во главе с академиком. Да. Академик Самохин Валентин Трофимович. Академик Академии сельскохозяйственных наук, Российской Академии сельскохозяйственных наук. Доцент Елена Михайловна Коробова, доцент и кандидат географических наук. Как видите, вот люди, занимающиеся биогеохимией, они бывают и кандидатами географических наук. Вот так вот. И профессор, доктор биологических наук Ермаков Вадим Викторович. Вот такая вот у нас компания собралась на эту тему поговорить. Всякие такие слова ключевые я всякие уже выучил, типа геохимическая провинция, там еще что-нибудь, да? Вот кто нам начнет поднимать наши глаза, поднимать нам веки, чтобы мы могли взглянуть на наш мир глазами биогеохимика? Позвольте. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что биогеохимия – это отечественное, прежде всего, направление. Оно возникло в 20-е годы, и благодаря гению академика Вернадского Владимира Ивановича, и он создал первую в России биогеохимическую лабораторию в 1928 году. И биогеохимия – это система знаний сейчас, прежде всего система знаний о геохимической роли живого вещества, как говорил Вернадский, или организмов в геохимических процессах и о взаимодействии организмов с геохимической средой через миграцию атомов химических элементов и трансформацию энергии. И вот второй раздел, он впоследствии стал самостоятельным разделом и преобразовался в геохимическую экологию. Говоря о биогеохимии, необходимо вспомнить о том, что Вернадский прежде всего сформулировал понятие живого вещества как совокупности организмов. Он создал учение о биосфере, которым сейчас пользуются многие специалисты, в том числе философы. Это концепция устойчивого развития и так далее. Затем Вернадский создал учение не только о биогенной миграции химических элементов и Абиогенные, то есть посредством организма. Вернадский в свое время говорил об абиогенезе зарождения жизни, но и в то же время он утверждал и роль биогенных факторов, и подразделял биогенные и абиогенные факторы в миграции химических элементов и в происхождении жизни. Одним из его талантливых учеников был Виноградов Александр Павлович, который создал в 30-х годах учение о биогеохимических провинциях, как о территориях, которые отличаются от соседних по химическому элементному составу почвы, растений и так далее, и по проявлению у организмов специфической реакции, у флоры и фауны. То есть вплоть до заболеваний. То есть когда от какого-нибудь элемента не хватает, да? Когда вот я знаю со школы, что вроде как магний, по-моему, очень важен для зеленых растений, потому что это атом магния, это центральный атом в молекуле хлорофилла. Совершенно верно. Но в настоящее время магнию придают исключительно большую роль в метаболизме и в поддержании, кстати, процессов, связанных и с кроветворением, и с работой сердца. Да, сейчас магнием очень интенсивно занимается. Но магний не относится к каким-то таким... Это макроэлемент. Да, это много. Конечно.
да. То есть его, наверное, всем хватает, везде хватает. Не совсем так. Есть его избыток в Китае, есть провинции. Да. Это как-то сказывается на окружающей? Да, конечно. Существует заболевание, связанное с тем, что повышается щелочность в желудке, допустим, у животных и у человека, и проявляется так называемая своеобразная щелочная болезнь, но это связано с избытком магния. Виноградов в 30-х годах занимался фтором, и вот флюороз животных, с другой стороны, избыток фтора, он до сих пор исключительно актуален, особенно с техногенными вопросами здоровья, с производством алюминия. Он используется очень широко, и поэтому эти провинции, такие техногенные, природные провинции фторные, они исключительно актуальны в том плане, что, во-первых, это здоровье населения. Это зубы. Затем дальше это костное, состояние костной ткани. Это воспроизводство животных. То есть дойные коровы, они часто выходят из строя в 3 года, уже только в начале дойки. И из-за чего? Из-за того, что зубов им нечем есть. Пережевывают то есть пищу. Не хватает фтора, да? Нет, наоборот, избыток. Избыток фтора. Избыток фтора. А вроде добавляют в зубную пасту. Да, но это другая проблема. Потому что каждый один из микроэлементов, биологически активных, необходимых, он важен с точки зрения дефицита и с точки зрения избытка. Mm-hmm. Это вот основная концепция именно геохимической экологии. Mm-hmm. Это концепция гомеостаза. И мало плохо... Поддержание постоянного постоянства химического среда организма и процесса происходящего. Среды, относительного постоянства. И в первую очередь поддержание постоянства pH, да, вот эта кислотность среды. Ну, из химического состава, естественно. Речь идет состава, о химическом составе. Макро- и микроэлементном составе органов биологической жидкости и тканей. Затем вот Виктор Исаевич Ковальский, он был связан с Вернадским по Киевскому институту биохимии, и затем его пригласил Виноградов в институт, и он возглавил биогеохимическую лабораторию. То есть на начальном этапе сразу сложилась такая ситуация, что биохимическое, я бы сказал, направление, оно преобладало. И вначале Вернадский говорил о биохимии даже в первых работах. Но затем это преобразовалось вот в такое мощное течение биогеохимия. И, ну, биологическая роль микроэлементов всегда стояла на первом месте. Вот. Поэтому лаборатория, которой руководил Ковальский, это была мощная лаборатория. Я окончал аспирантуру в свое время. Это был целый институт. Во-первых, занимались биохимией микроэлементов и биогеохимическими провинциями. Это первое направление, которое возглавлял Ковальский. Это ферментная адаптация, новое совершенно направление, очень перспективное. Оно сливается с молекулярной биологией и биохимией сейчас. Затем это биогеохимические поиски месторождений полезных ископаемых. Это биогеохимическая индикация. Это как? Это поиски различных месторождений по химическому составу растений, почву и других организмов. Включая мхи, водные растения, макрофиты и так далее. Это большое прикладное значение. Это имеет большое значение. Немножко оно застопорилось, потому что в целом картировать по какому-то организму, по химическому составу организма территории очень сложно ввиду того, что тотально не распространен организм. Допустим, вы берете какую-то ель, она в одном месте растет, во втором нет. Тысячелистник в одном месте растет, во втором не растет. И поэтому в этом сложно. Но тем не менее, широко используют и по обнаружению урановых месторождений. А вот для как далее. Раз в процессе формирования месторождений, какие вот месторождения полезных ископаемых, ну, кроме угля, конечно, да, сформированы были живыми организмами при участии, скажем, рудные месторождения? Дело в том, что фосфориты прежде всего. Так. Это фосфорит, птички осадочное нам оставили, происхождение, да? Морского. Угу. Затем дальше это известняки. Естественно, что это каменный уголь, конечно, о котором мы говорили, и, наконец, нефть. А рудные месторождения в их формировании? Вы знаете, дело в том, что рудные месторождения, этот вопрос очень сложный, некоторые гидротермальные месторождения,
состояние, там участвуют организмы, которые выдерживают огромные температуры в этих гидротермах. И существуют организмы, которые аккумулируют медь в очень больших количествах. Вот эти голубые организмы с голубой кровью и так далее. Есть бактерии, которые обладают хемосинтезом, то есть синтезом органических веществ за счет превращения неорганических реакций, одним словом. Вот, с выделением энергии, которые используются уже для синтеза органических соединений. H2S они там, по-моему, используют. Совершенно верно. И сероводородные, сульфитокисляющие, восстанавливающие и так далее. Это, но этот вопрос еще недостаточно ясен, и я думаю, что в будущем это, возможно, будет проясниться. Но на этой основе микроорганизмы, они широко тоже используются, и особенно в биотехнологиях. Так называемых биогеотехнологий, это экстрагирование, извлечение различных редких элементов. Из бедных руд особенно. Совершенно верно. Это приготовить сначала какой-то раствор или подобие раствора, или субстрат, и в него поселяют организмы, а затем эти организмы извлекают или это в виде пленки и так далее, а затем их сжигают и получают какой-то вот элемент. Вот в нашей лаборатории сейчас мы занимаемся рением с другими группами. Рением. Это очень интересный элемент. Мы сейчас остались без рения. Рение в основном сейчас в Казахстане, это джисказган. Но, тем не менее, рение вот в лабораторных экспериментах и в натурных, на различных месторождениях, оказывается, рение сильно концентрирует растения. И чем больше концентрация, тем коэффициент концентрирования выше и выше. А рений, что это за металл? Это очень редкий элемент. Это из какой группы? Не из платиноидов он? Да, он близко к ним идет. И дело в том, что этот элемент широко используется в самолетостроении и так далее. Сплавы, высокотемпературные сплавы. Это головки ракет и так далее. То есть имеет стратегическое значение. То есть из окружающей среды его с помощью растений можно, в принципе, концентрировать. Сейчас есть наметки, что это можно делать, можно понимаете? Делать, вот этот метод сейчас еще мы все-таки в какой-то степени развиваем с другими лабораториями и так далее. Ну и, наконец, я хотел бы сказать о том, что геохимическая экология – это прежде всего политика использования, современная политика использования материалов. Это формирование, может быть, материалов будущего, соответствие этих материалов тем циклам, которые заложены природой. Они должны согласовываться. И в этом плане огромный, еще большой такой пласт геохимической экологии, это связанный вот с микроэлементами. Да, вот микроэлементы. Да, дело в том, что политика применения сейчас, использования новых препаратов и так далее, она все-таки определяется геохимической экологии. Потому что нам необходимо учитывать, что мы едим, что мы выращиваем, какова почва, каков ее состав, и, наконец, это, если это сельскохозяйственная территория с недостатком, или с недостатком особенно, то новое это слово появилось, реструктуризация биогеохимических циклов локальных. Это может быть ферма, и там могут быть вноситься и так далее удобрения. А в целом это огромное такое направление, очень актуальное. Я думаю, что в будущем снова восстановится биогеохимия как дисциплина ВАКа. К сожалению, она исчезла. Сейчас по ней не принимают к защите? К сожалению, нет. Да. К сожалению, вот поэтому нет. Тут у нас собрались географы. Да. Вот. Тем не менее, это направление развивается, мы проводим все время конференции, школы, чтения и издаем труды со времен 12-го. Вот сегодня у нас тоже своего рода чтение, да? Да. Валентин Трофимович, а вот по поводу микроэлементов, что вот так, кто к ним относится, к этим микроэлементам, к этому набору? Откровенно говоря, на сегодняшний день, если по микроэлементам, да, то все элементы, исчисляемые в миллионных долях, грамма на единицу живой массы. Их в организме находится на сегодняшний день более 70. Так. Но биологическая роль изучена на сегодняшний день, ну, дай бог, у половины. Так. Где-то 30-32 элемента более-менее биологическая роль изучена. А остальные присутствуют, возможно, и, наверное, играют какую-то роль. Но с ними обычно меньше занимаются, потому что они не вызывают резких изменений и нет больших колебаний в природе.
и потребность, видимо, организмов в них достаточно. Другое дело, что за многие годы, может быть, даже за столетия, значит, ведь помните старину, наши предки приходили, сжигали лес и выращивали растения, пока там... Подсечное земледелие. Да, да, пока там была зола от растений, а потом они меняли место и так далее. Так вот, на сегодняшний день, в наших условиях, при выращивании культур и пищевых для человека, и для животных кормовых культур, обычно используются, ну, наши земли, которые принадлежали в свое время хозяйствам или объединениям, значит, но, значит, по системе травопольных систем, значит, меняли из года в год эти поля, но все равно, оказывается, значит, сложилась такая ситуация, что ряд элементов выносились с продуктами, выращиваемыми на земле, в больших количествах. Это какие, например? Вот, например, значит, я уже вам рассказывал и сейчас повторюсь, что, допустим, при урожае зерновых 4,5 миллиона тонн Воронежской губернии ежегодно выносилось при минимальном содержании 150 килограмм чистого кобальта и по 2,5 тонны меди и цинка. А вносилось, извините, уже не очень мало. И поэтому... А вот нам в организме для чего нужен кобальт, меди, цинк? Вот, сейчас поясню. Оказывается, значит, в основном не только кобальт, медь и цинк. Это наиболее дефицитные, наиболее выраженные потребность в этих элементах. Четыре элемента. Медь, цинк, марганец, кобальт, йод и селен. В последнее время особенно. Значит, этому элементу уделяется внимание. Значит, ну, так же, как сегодня мы уже слышали, и фтор, значит, и, значит, другие элементы, они тоже нужны, но они не выражены как дефицитные. А вот этот хронический, комплексный дефицит меди, цинка, марганца, кобальта и йода на сегодняшний день вызывает страшнейшее нарушение обмена всех видов обмена веществ, белков, углеводов, липидов, витаминов. И в связи с этим нарушаются процессы обмена. Если чем выше продуктивность, тем выше интенсивность процессов обмена. И там потребность в этих элементах не удовлетворяет высокой интенсивности процессов обмена. И животные, как уже упомянул, значит, наш уважаемый профессор, значит, что животные не хотят продуктивно давать много качественной продукции и сокращают сроки своей продуктивной деятельности. Ну, например, известно, что, значит, коровы вместо там условных минимально 10-60 лактаций в среднем по стране живет 3,7 лактации. Три года, да? 3-4 года, да? Да, лактации. А возраст там еще полтора года на Еще тёлку. Полтора года, да? 3,7 на нетель. Да. Теперь, свиньи, значит, тоже через два года приходится заменять. Иначе тоже интенсивные процессы обмена веществ требуют оптимального поступления вот этих элементов. А это все связано с тем, что не хватает вот не хватает в почвах, микроэлементов. В почвах. И в кормах, соответственно. И, соответственно, в кормах. Представьте себе, что отражается сразу на растениях. Значит, если нормальное и оптимальное содержание микроэлементов в почвах, то урожай наших культур, значит, ну, на сегодняшний день даже, допустим, вот я много ездил в свое время по странам народа демократии, при внесении всех элементов в почву в достаточных количествах, они дают, допустим, 80, даже 100 центнеров с гектара. А у нас сейчас даже в Воронежской области черноземные, эталонные 20-30. 20, да. Понимаете? Это, как оказывается, ущерб не только касается. У нас биохимические провинции, о чем будет речь, видимо, ниже, значит, они, сейчас карта составлена, все об этом речь будет. Но, значит, все-таки они дефицитны, и это влияет и на растениеводство, урожайность ниже в 2-3 5, даже в 10 раз урожайное снижается. Значит, в связи с этим снижается содержание этих элементов в растениях, которые потребляют человек и животные. То есть эти элементы, они растениям еще нужны, кроме всего прочего? Обязательно. И растениям они нужны, потому что процессы обмена веществ, они текут примерно одинаково. Белки, углеводы, липиды. А все-таки вот какие соединения в организме там живого существа, вот эти все эти кобальт, хром, да, марганец, да, куда да, они встраиваются? Да, вроде да. Так, как-то у нас, значит, вроде бы нет. Главным образом они связаны с ферментами. Ага.
ферменты. А ферменты — это биологические катализаторы, да? Состав ферментов, ну, например. Витамины и гормоны. Да, еще. Витаминов и гормонов. И без них не работают, без этих элементов не работают эти биологически активные вещества. Гормоны заиграли, обязательно, и пришли микроэлементы в организм. Ну, например, самое распространенное, все хорошо знают, там тироксин, это йод. Вот. Значит, поджелудочная железа, значит, там цинк обязательно. Так. Значит, фермент будет, без, а не будет металла, значит, не будет работать поджелудочная железа и так далее. Половые гормоны. А там какие в половых гормонах, какой микроэлемент им нужен? Ну, половые гормоны, если честно отвечает? Говорить, это ведь, знаете, есть органы с наиболее выраженным обменом веществ. Это эндокринная система, половая система, значит, сердечно-сосудистая система. Они наиболее потребны в этих элементах, потому что у них наиболее выраженные процессы обмена веществ, более интенсивно выраженные процессы обмена веществ. Они там и нужны. И, к слову говоря, нельзя сказать, что один какой-то элемент. Они нужны все в комплексе, все наиболее оптимально. К слову говоря, об этом мы очень много говорим, много пишем, я много публикую. Хотя, слову говоря, отдачи пока, к сожалению, недостаточно. Но выход из этого положения каков? Как вот увеличить? Самый лучший вариант — состав почв. Это провести исследование почв в агрохимлабораториях. Так. И есть таблица, даже у меня в книге есть таблица, содержание оптимальное, дефицитное и избыточное этих элементов в почве. Так. И с учетом исследования почв уже, значит, вносить дефицитные элементы и этим оптимизировать процессы обмена веществ. В растениях увеличивается урожайность в 5-10 раз, обогащенность элементами этих растений. А если все это дело так вот зациклить, то есть убрали урожай, урожай съели коровы, навоз отвезли на поле. Отлично. Это вот самое то? 50 тонн, значит, на гектар в цикл оборота, значит, где-то, ну, циклы бывают 7-польные, бывают 5-польные. Значит, цикл 50 тонн на гектар обеспечивает всеми элементами растения. То есть нужно, чтобы все оставалось, да? Обязательно. Кстати говоря, я вот вспомнил, Менделеев такую вот пел агитацию, да, он говорил, не надо, говорит, нам за границу продавать зерно. Да. Нужно на месте, прямо вот у крестьянина переработать зерно на спирт и продать за границу спирт. Правильно. Пусть им там, значит, улучшают качество вина. Навоз — это очень хороший. А это вот, а тут не навоз, а вот как это называется, бурда или как это, борда. Борда пойдет на удобрение и на корм. Ну, у нас очень в свое время в моде, и правильно делали, очень много завозили так называемых фосфоритов, апатитов скользкого полуострова, но там и другие элементы были, и это очень хорошо. Сейчас все это, к сожалению, приостановлено. И вот мы ставим вопрос на уровне важнейшей экологической проблемы, комплексный хронический дефицит. И этот вопрос нужно решать на уровне государственном. Здесь у нас постановление, указ есть о введении здорового питания человека. Все это надо учитывать. Елена Михайловна, а у нас ведь как-то мы, Россия-то делится на несколько биогеохимических провинций, да, или как? Ну, вообще идея районирования биогеохимического, она, конечно, берет свое начало от где-то в 30-е годы, когда академик Александр Павлович Виноградов предложил этот термин «биогеохимическая провинция» и предложил критерии выделения этих биогеохимических провинций. Первоначально биогеохимические провинции выделялись по принципу проявления биогеохимических эндемий. То есть, когда наблюдалось у большинства или животных, или растений, или у человека какие-то характерные реакции, заболевания, связанные с дефицитом или с недостатком химических элементов. Да. А вот Виктор Владиславович Ковальский, развивая эти идеи, он пришел к выводу о том, что нужно районирование проводить биосферы комплексное, глобальное, и естественным образом выделять природные зоны и регионы с характерными региональными уровнями содержания химических элементов, в том числе и микроэлементов в среде. Вот я кончала кафедру геохимии ландшафтовой географии почв Московского государственного университета, и когда я пришла в лабораторию работать, я подумала, что как раз вот идея районирования биогеохимических провинций очень хорошо сочетается с теорией геохимии ландшафта и принципов миграции химических элементов в различных ландшафтно-геохимических обстановках, которые определяют, собственно говоря, фоновые
особенности распределения химических элементов в системе порода, почвы, природные воды, растительный покров. Ну, дальше географический как бы, уровень кончается, потому что мы доходим до основных компонентов биосферы, а уже реакции и биохимические какие-то моменты, конечно, изучают уже специалисты другого профиля. Вот. А моя область – это посмотреть действительно реакции биологические в различных ландшафтных и химических условиях, зная условия миграции химических элементов именно в ландшафт. Интересно, в связи с развитием техногенеза, у нас сейчас появляется... Да. У нас появляется такая ситуация, когда загрязнение техногенное ложится не только на территории с природным избытком химических элементов в среде, но и недостатком. И в этом случае реакция биологическая на такое сочетание логически должна быть, конечно, более сильной, и в этом случае и человек, и животные будут страдать больше. Вот такую ситуацию... При недостатке какого-нибудь микроэлемента, да, прилетевший техногенный этот элемент, организм с радостью будет впитывать, да? Совершенно верно, потому что исследования показали... Это мы что-то хотели сказать. Да-да-да. Я могу сказать, что еще раньше, я сейчас расскажу, мы с вами говорили об этом, да, еще раньше было показано, что в обстановке дефицита, для адаптации к этому дефициту, живые организмы способны увеличивать поглотительную способность этого элемента. Естественно, что местная флора и фауна, которая адаптирована к дефициту, обладает повышенной способностью к ее извлечению из среды. В этом случае при загрязнении этим элементом, естественно, это непривычная ситуация для организмов, они могут не успеть адаптироваться к такой ситуации и получить неожиданный избыток. Вот такая ситуация у нас сложилась после Чернобыльской аварии с изотопами йода. Территории, которые были подвергнуты радиоактивному загрязнению, известны как дефицитные по йоду, потому что это в большинстве своем это территории, где распространены песчаные отложения, флювиоглицальные. Они изначально содержат очень низкие содержания то многих это микроэлементов. Это не черноземная полоса, так. Это не черноземная полоса, и не только не черноземная полоса, но и территории, где распространены именно песчаные отложения, которые наиболее бедны в нечерноземной полосе химическими элементами по определению. Потому что в самой нечерноземной зоне можно выделить и районы, где распространены суглинистые отложения. Они обладают большей сорбционной способностью, и содержание в них химических элементов фоновое выше. Так вот, там, где не хватало йода, значит, люди большее поражение получили. Мы хотим это проверить. Вот при... Да, собственно говоря, эта идея, конечно, проверяется сейчас. И одна из, вот сейчас, например, у нас мы имеем грант Российского фонда фундаментальных исследований и начали работу с целью проверить влияние природного исходного дефицита йода на последующую реакцию щитовидной железы на избыток, который поступил при аварии на Чернобыльской АЭС. Конечно, всем известно, что радиоактивный йод, который был выброшен, он быстро очень распался, период 8 суток, около 8 суток, то есть через 60-70 дней практически его уже не стало в окружающей среде, но этого оказалось достаточным, чтобы уже с 90-х годов стал обнаруживаться повышенная заболеваемость щитовидной железы и особенно рака среди детей на тех территориях, где было радиоактивное загрязнение. Скажите, пожалуйста, а вот есть у нас места, где другие галогены в избытке есть, например, фтор есть в избытке. Фтор – галоген, йод тоже галоген. Избыток фтора-то не мешает йоду проникать в организм? Нет, они совсем другие функции выполняют. Фтор более подвижен, чем йод, да?
Нет, я думаю, что, во-первых, они совершенно разные имеют биологическую роль. Ну да. Если... Йод-то потому что в гормоне поджелудочной, в гормоне щитовидной железы, да. Это практически треть запаса всего йода в организме. Ну вообще, честно говоря, мы сегодня только, так сказать, приоткрыли вот этот пласт. Да, это очень вообще, да, это чувствую... Видение. Чувствую в силу того, что все мы биохимические объекты, живем мы вот в некой географической среде, то биогеохимия, это, пожалуй, для нас важнейшая всех наук, так же, как кино важнейшее всех, ну, телевидение важнейшее всех искусств, наверное, да? Да, это системное направление. Время наше пришло к концу, надо нам прощаться. Спасибо большое, что очень как-то интересно поговорили, я многому от вас научился, много узнал. Ну, надеюсь, и те, кто за нами подглядывал, подслушал, тоже вот что-то успели ухватить. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.